Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Сегодня в эфире. Вышел в свет 49-й номер еженедельника «Вестерн Армения». Очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения, основанное на правах арцахцев, резолюция ЕС. Арман Татоян обсудил факты преступлений Азербайджана против Арцаха и Армении. Надеюсь, что принимающий КОП-29 Баку осознает и освободит армянских пленных, бывший комиссар ООН. Делегация региона Оверн-Рон-Альпы посетила мемориал геноцида. Западная Армения Аргины, полностью разрушенной турками. Баку пытается представить армянских ученых средневековья азербайджанцами. Вышел в свет 49-й номер еженедельника «Вестерн Армении». На обложке нового номера знаменитый горный заповедник Немрут провинции Адаман Западной Армении, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, на горе Немрут находится гробница царя Камагенского царства Антиоха I армянской династии Ервандидов. Согласно утверждениям, в песчаной насыпи высотой около 50 метров похоронен Антиох. На восточной и западной сторонах горы Антиох I воздвиг статуи Арамазда, Анаид, Мигра, Тигра и Вагна высотой около 9 метров. В новом выпуске еженедельника вашему вниманию представляем. План Абдулгамида II против армянского народа Западной Армении, Арменак Абрамян. Арамаз – символ отцовства и власти в армянской мифологии. Баку выдвинул новые обвинения против захваченного военно-политического руководства Арцаха. Также множество различных статей, которые привлекут ваше внимание. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версии еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. 30 октября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Повестку заседания представили председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян и президент Республики Западная Армения Лидия Маркосян, подытожив подробности деятельности в ходе октябрьских мероприятий. Важным предметом обсуждения стал проект резолюции Европарламента 2024 года. Резолюция от 24 октября, которая согласуется с делами в защиту прав арцахцев, подданными Западной Армении в Европейский суд по правам человека. Заседание вела председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян. Участники заседания обсудили ряд текущих вопросов. Арменак Абрамян подвел итоги заседания, подчеркнув важность дальнейших шагов. На прошлой неделе во время лекции в колледже уголовного правосудия Джона Джея городского университета Нью-Йорка, также с участием профессоров, я обсудил факты преступления Азербайджана против Арцаха и Армении, проводимую российскую и антиармянскую политику, вопросы ответственности за них с учетом профессиональной направленности колледжа, бывший омбудсмен Восточной Армении Арман Татуян. Бывший верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон в видеопослании поприветствовала проводившую в колледже дилижанс совместно с программой развития ООН молодежную конференцию «Климатическая справедливость и ее значение в Армении и мире», которая приурочена к предстоящему саммиту КОП-29. Мэри Робинсон коснулась вопроса соучредителя колледжа Дилиджан Рубена Вартаняна, который более года незаконно содержится в азербайджанской тюрьме. Несколько лет назад я была в Армении в связи с гуманитарной инициативой «Авроры» и посетила колледж. Я знала, что его основал мой друг Рубен Вартанян, который, к сожалению, в данный момент является политзаключенным, так как был лидером и пытался помочь своему народу, который оказался в ситуации конфликта. Надеюсь, что Азербайджан, который в этом году принимает конференцию КОП-29, продемонстрирует, что он хоть немного обладает осознанием необходимости установления мира в регионе и освободит Рубена Вартаняна и других армянских политзаключенных и пленных. 27 октября делегация французских официальных лиц региона Оверн-Рон-Альпы в сопровождении посла Франции в Армении Оливье Ди Кантини посетила мемориальный комплекс геноцида. Гостей встретила директор музея Института геноцида Эдита Гозуян, представив историю мемориального комплекса и ознакомив с установленными памятниками и экспозициями. Члены делегации минутой молчания почтили память жертв геноцида, осмотрели музей, сделав записи в книге почетных гостей. Эдита Гозуян вручила гостям книги о совершенном в отношении армян геноциде, поблагодарила регион Оверн-Рон-Альпы за поддержку в создании аудиогида на французском языке. Исторический храм Аргины, полностью разрушенный турками, когда-то был одним из важнейших очагов армянской архитектуры и духовной жизни.
Храм был построен архитектором Тырдатом в 990 году во время правления Кадыликоса Хачика I. Согласно свидетельству Урхаетти, в Аргине действовала высшая духовная школа, которая в регионе имела большое признание и славу. В то время Аргина была известным сельским городом, который часто называли «Великая Аргина». К сожалению, сегодня храма больше не существует, однако его история напоминает о борьбе армянского народа за сохранение собственного культурного наследия. Одной из фальсификаций азербайджанской историографии является использование нелепого выражения «ренессанс средневековой азербайджанской культуры», пишет фонд Гехард. Под этим термином Баку пытается представить творивших в XI-XII веках поэтов, архитекторов и ученых армянских, иранских или тюркоязычных мусульман Ширвана как азербайджанцев и на этой основе говорить о так называемом азербайджанском ренессансе, ими же придуманном. Представителями этого ренессанса считаются иранские поэты Низами Ганджеви, Муджереддин Байлакани, Хагани Ширван, философ Абуль Аль-Хасан Бахманьяр, нахачеванский архитектор Аджами и другие. В целом говоря о ренессансе, в первую очередь мы представляем европейский ренессанс XIV-XVI века. Известно, что X-XIV века считаются периодом армянского культурного ренессанса. Когда речь идет о выдуманном азербайджанском ренессансе, то вряд ли народ, не существовавший в средние века, имел бы культуру и говорил о ее ренессансе, пишет источник. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!